А сегодня у нас в гостях тоже мастер пируэтов. Чудеса он творит руками. Встречайте, фокусник Александр Яблочков. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, ну вообще в наше время люди верят в волшебство? Вы знаете, наши люди разделяются на две категории. Те, кто пытается поверить, и те, кто уже верят. Надеюсь, что те, кто пытается поверить, будет меньше, а те, кто по-настоящему верит, будет больше. Но благо сегодня мы с Таней оба верим в волшебство, и мы хотим, чтобы ты нас как бы удивил сейчас тем, что ты принес с собой. Здесь такой вот маленький приборчик, я смотрю, он уже приковал свои взоры. Да. Очень просто электроник, чудо электроники можно назвать. Ага. Здесь, соответственно, как бы у меня есть 4 лампочки разного цвета и 4 переключателя, верно? Угу. Напротив каждого переключателя включается соответствующая лампочка, да? Угу. Да. Видите? Зеленый, зеленый, синий, синий, желтый, желтый, красный, красный. Да, 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 да. Можно в любой последовательности включать, и вы увидите то, что как бы результат остается тот же. Давайте все выключим. Да. Вот в чем же заключается фокус, да? Вот назовите мне любые лампочки, две, я их поменяю местами, вот на ваш взгляд. Какую ты выбираешь? Я выбираю синюю. А я выбираю красную. Хорошо, меняем синюю лампочку с красной, да? Посмотрим, что у нас получится. Получится, смотрите. Я так понимаю, волшебство, как всегда. Да, чудо электроники. Смотрите внимательно. Так, смотрите. Включаем зелененькую. Зеленую. Хоп, загорается. Красненькая. Желтенькая. Синенькая. А как это вы сделали? Можно так. Оп, это не я, это чудо электроники. Американская разработка. Последняя техника. Последнее слово техники, да. Пожалуйста. Потрясающе. Хорошо. Давайте еще две лампочки поменяем. Какие, на ваш взгляд? Давайте тогда желтую и зеленую. Желтую и зеленую, да. Местами. Да. Да, конечно. Хорошо, давайте местами желтую и зеленую поменяем. Саша очень хорошо физику изучал в школе. Судя по тому, есть, есть, да, маленько. Так, так, ну что, попробуем? Давайте попробуем. Попробуем. Итак. Включаем желтенькую, включается желтенькая. Включаем красненькую, включается красненькая. Включаем зелененькую, зелененькая, синенькую, синенькая. В любой последовательности можно включать, выключать, и все у нас работает. Вы, наверное, думаете, что в лампочках какие-то секреты это, есть, да? Мне кажется, проводки, да. И проводки. Да. А каким образом я воздействую? А, ладно, не догадайте, не ладно. Все, хорошо. Наверняка там лампочки размыкаются, все смыкаются. Потом, хорошо, мы поменяем местами. Смотрите, я беру колпачки, снимаю. Вот берите уже... и сами одевайте колпачки, так, куда хотите. Давайте. Красную я на желтую. Так. Так. Синюю я. Слушай, но это уже сложнее. Это уже магия называется. Это уже действительно магия. Абракадабра, а теперь давайте посмотрим, получится у нас или нет. Хорошо? Мне кажется, что нет. Давайте попробуем. Желтенькую включаем, желтенькая включается. Красненькая, красненькая. Зелененькая, зелененькая. Синенькая, синенькая. Все соответствует тумблеру. А можно посмотреть вот этот колпачок? А, колпачок, пожалуйста, какой хотите посмотреть. Я уже выключу его, да, чтобы он... Да, да, можете да. выключать любой. Можно посмотрите. Посмотреть. Можете абсолютно лампочки посмотреть. Простой колпачок. Можете лампочки посмотреть любую. И лампочки, что самое главное, друзья, абсолютно, абсолютно обыкновенные лампочки. А как вот. Так получается? Это, не расскажете? Я же, нет, я сам не знаю, понимаете, это Япония, это Америка, как они это делают, я не знаю, да. Они никогда не знают, что у них получается. Да, что, ну что-то всегда получается, заметьте, да? Продолжим. Да, конечно, конечно. Это фокус специально для вас. Специально для вас. Татьяна, это непосредственно. Смотрите, у меня в руках несколько карт, я их отложил в стороночку, чтобы не брать полную колоду. Вот если вы обратите внимание, все они имеют цвет синий крапан, на какую камеру, я не знаю, показывать. Вот, видите? Синенькие, все, да, все синенькие, да? Да? И, соответственно, все одной масти. Я отобрал специально одну масть, она вся вот такая вот у нас пиковая, весь набор. Вот, смотрите. Да. Сейчас мне потребуется от вас воздушный поцелуй. Да, ну, нет, одного достаточно будет. Вот, пошлите воздушный поцелуй, пожалуйста, в сторонке карт. Хорошо. А теперь, на какую карту вы послали? Эти три воздушных поцелуя. Надо говорить? Конечно. Ну, дам. Конечно. Я, конечно, думал, что валет будет. Но нет, менее, все-таки да? Надо. Все-таки пусть будет дама, да? Хорошо. Вот, можно так, вашу ручку, так, палочки так сделать. Отлично. Смотрите. Вот так, две секундочки. Возьмите эту даму. Ага. Даму вот так вот. Взяла. Подержите крепко. Подумайте. Нет, ну я просто покажу, что тут как бы все карты у нас. С обычным крапом, цветом крапа. Все синенькие. Да. Все синенькие, да. А теперь медленно переверните эту вашу карту. Переверните ее. Как так, ребята, стирается? Можно крупным планом, пожалуйста, показать, потому что
Как так? Это просто ваши волшебные поцелуи проявились. Вы слишком много их послали, да? Это мое тепло, так? Это вот карта, которую взяла Таня в руки. Именно дама заметила его, да? Именно поцелуй. А как так получается? Это настоящий... Знаете, это, наверное, к вам вопрос, а не ко мне в первую очередь, да. Как же так получилось? Есть что-то же еще, по-моему, да, приготовил ты сегодня? Есть, да. Ну, у нас есть время, да? У нас как раз есть время еще для одного фокуса. Еще для одного фокуса, замечательно. Когда начинается фокус, и невозможно удержаться никак. Хорошо, договорились. У меня тут тоже комплектик карт, а точнее два комплекта. Да, давай сейчас Андрей будет, хорошо? Вот, Андрей, пожалуйста, возьмите ваш комплект карт. Давай, я тебе помогу. Да, я беру. Взяли, да? Вот, ваша задача, смотрите, развернуть карты и проверить, есть ли одинаковые карты. Это очень важно. Одинаковые, смотрите, с моими совпадают? Хоть одна совпадает, смотрите внимательно. Так. Одинаковые? Внимательно, да, внимательно. Совпадают. Какая из них? Смотри, они разных мастей. Они не совпадают, да? Нет. Смотрите, ваша задача взять ваши карты. Так, я держу. Да. И положить их себе в карман, вот так вот. Положите в карман. Хорошо, можно я в карман брюк? Ну, когда хотите, лучше, ну... Ну, пусть будет брюки, да. Давайте, вот, убрал. Хорошо, убрал, хорошо. Брюки. Убрали, отлично. Все, держите, оставьте там. А теперь смотрите. Вот, сейчас те карты, которые есть, любую из них загадайте, только одну. Любую карту одну загадайте. Давайте. Одну, пусть одну. Пятерка вот эта. Вы не озвучиваете, чтобы никто не знал, простите. Да? Главное, чтобы вы сами только. Хорошо. Не показывайте, просто загадайте. Простите. Просто загадайте. Все, да. я загадали. Загадал. Загадали. А теперь смотрите. Внимание. Сейчас эта карта отсюда исчезнет. Так. И переместиться к вам в карман. Смотрите, раз. Я слежу за всем. Я слежу. Смотрите внимательно, есть ваша карта здесь, нет? Смотрите внимательно. Андрюш, ты запомнил? Я запомнил, ее нету. Нету! Я поняла, какую ты карту загадал. Да? Я могу смотреть уже, Ну, конечно, вы можете посмотреть. Я, друзья, ее действительно здесь нет. Они... Вот четверка червей. Я загадывал четверку червей. Я так понимаю, что Таня другую загадала, да? Да, я думаю. А ты какую загадала? Пятерку. Какую? А, так. А это была просто магия, она тоже вот переместилась она, туда. Она тоже здесь. И она была в вашей колоде. А почему? Она переместилась к вам. Ну, вы вместе же работаете. Вот вам она вместе и получилась. Александр приходит в банк и уходит с полными карманами. Друзья, утром вместе с вами встречали Андрей Серпигин, Татьяна Докучева. Прекрасный фокусик Александр Яблочков. Желаем прекрасного настроения и верьте в волшебство обязательно. Пока-пока.